Привет! Ну вот, собственно, наконец-то я добрался до нового своего обзора. Давно ничего не снимал. Поменял уже мотоцикл. Собственно, много всего за это время произошло. В мае я купил себе литр сотую Dragstar. Взял я ее в Москве, в Мегамото. Пригнал сюда, в Балаково. И уже успел ее обвесить. В том числе китайскими аксессуарами. Ну, для начала, наверное, кофры. Расскажу о них. Такие же практически кофры, как я и заказывал. В чем-то качество мне понравилось даже больше, чем те, которые были на 400-ке. Единственное, вот здесь вот, конечно, уже видно, то есть 2 месяца прошло, они уже немножко размахрявились. Да, наверное, даже поменьше, чем 2 месяца. Вот. Но качество, в принципе, приличное. В этот раз рамки я делал не самопальные, то есть заказывал рамки также из Китая. Единственное, что хочу отметить, у рамок очень большие отверстия диаметр, то есть диаметр отверстий 10, болты 8, пришлось точить втулки для того, чтобы они нормально ровно сидели. Зеркала я также заказывал, в этот раз у другого продавца, потому что тот, по всей видимости, меня в черный список добавил. Я с ним спор открывал из-за качества хрома, из-за того, что хром был частично облезшим. Вот. Зеркала почему заказал? Родные на литр сотом были ниже и уже, соответственно, обзор был гораздо хуже, и мертвых зон было очень много, я плохо очень видел то, что сзади меня происходит. Вот. Кроме этого, ранее в обзоре рассказывал про музыкальную систему. Аудиосистема здесь GoldMoto, та же самая, что и в обзоре, колонки Avis. Аудиосистема установлена, вот, собственно, пульт. Сейчас покажу, где я расположил блок управления. Вот он, блок управления. Я его посадил на алюминиевую пластину для того, чтобы он лучше охлаждался. Предохранитель здесь есть, то есть в случае чего можно сразу его отключить путем, соответственно, отключения предохранителя. Вот. Ну, собственно, сейчас включу, послушать. Device is ready. Music. Ну, в общем, мне ее хватает, на ходу все прекрасно слышно и в городе, и на трассе. Вот. Кроме этого, о чем хочу рассказать, заказывал я дуги. В этот раз я не стал сам заморачиваться, пытаться что-то там варить самопальное. Дуги мне очень-очень нравятся и качеством, и формой. Заказывал я их в городе Луховицы, Подмосковье, у Сергея. Ссылку на его группу ВКонтакте я в описании дам. Сергей занимается не только дугами, он делает также сиси-бары, багажники, прямотоки и много-много другое. Вот. Качество мне очень нравится, дуг. Отличные просто дуги. Форма. Все-таки, я думаю, по форме, по такой дуге на литр сотый, на кастом именно они больше идут, чем классические круглые дуги. Вот. Поэтому рекомендую заказывать. Ну и плюс, конечно, упакованы они были отлично, просто никаких даже вопросов к этому не было. Они не помялись, не покоцались. Отправлял их мне транспортной компании, деловые линии. В принципе, довольно быстро сделал, и все пришло довольно быстро. Вот. Ну, что еще хочу сказать. Ранее в одном из обзоров я рассказывал про шлем. Один из комментариев был по поводу того, что шлем говно, облазит и все такое. Вот я хочу сейчас показать. Это уже 2 сезона практически ему. То есть он весь исцарапанный, в том числе и от дятлов, которые делают девушки, сидя сзади. Но касаемо обшивки, никаких лопин на дермантине, ничего. То есть абсолютно все целое, все нормально. Поэтому шлем отличный. На этом, я думаю, все. Попробую через некоторое время сделать еще пару обзоров. Но пока некогда, сезон, лето, погодка явно не для обзоров, а для катания. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!